Дорогие коллеги, сегодняшняя встреча по теории истории медиа посвящена вопросу о, собственно, развитии печатных медиа и о том, каковы предпосылки для того, чтобы нечто протиражируемое на бумаге стало медиа. Этот вопрос очень важен и обсуждаем в последнее время в связи с тем, что у нас в стране получило название кризиса литературоцентризма, то есть прекращение доминирования литературы в области производства идей. Конечно, можно указать на то, что кризис литературоцентризма человечество переживало не раз, и, например, ренессансное изобразительное искусство или же кинематограф в начале 20 века явно противостояли литературе и претендовали на завоевание ее области. И когда сейчас говорят о кризисе литературоцентризма, подразумевается, что литература долгое время была областью, по сути дела, нормативной по отношению ко всем остальным медиа. Именно в литературе формировались способы отношения к окружающей действительности, как именно правильно ее надо воспринимать и как именно в ней надо действовать. При этом литература была и преимущественной заботой в области отбора образцов, что считать классическим, что считать воспитательным, что считать формирующим человека. И еще одна особенность, что литературе в России приписывалась некая самостоятельная способность, то есть полная автономия в таком формировании людей. И это уже неожиданно, учитывая, что всегда серьезные тексты, будь то, допустим, тексты поэтические, религиозные или философские, они требовали определенного сопровождения институционального и речевого. Например, священные тексты нуждаются в комментаторах и истолкователях, поэзия обычно нуждается в круге друзей или знакомых, которые учат понимать поэзию и так далее. Тогда как те, кто говорят о кризисе литературоцентризма, обычно считают, что раньше литература действовала сама по себе. И не учитывают, что проект интерпретации, причем официальный проект, тоже был. И когда в школьной программе или в популярных изложениях решалось, что включить в канон, а что нет, что считается детским чтением, что подростковым, а что взрослым, это вполне было интерпретационное сопровождение, а не просто выбор лучшего. Это было представление о том, как поставить литературное вымышленное произведение на службу педагогическим или каким-то еще целям. Так вот, я же буду говорить немного о другом. О том, как формируется само понятие, о том, что текст может функционировать как медийный текст, и как именно это функционирование проявляется и в современных медиа, отчасти следующих и своим прежним печатным образцам. Ну, хотя бы можно указать на то, что кинематограф не может полностью обходиться без надписей, хотя бы титров. А, например, графический роман, он наследует не только способу изложения в литературном тексте, то есть в речевом повествовании без картинок, но и наследует некоторые способы обращения с текстом. Вспомним, например, что в графических романах, они же комиксы, тот самый бабл-шар, в котором и находится реплика каждого из персонажей, имеет терминологическое название филактер, то есть буквально хранилище, хранительница. Само это название возникло из еврейского благочестивого обычая,
носить цитаты из Библии в качестве своеобразных амулетов или напоминаний, привязанными нитками к одежде, к рукам или даже к голове. То есть для того, чтобы Писание всегда было рядом. Вот комиксовый филактер или бабл выражает ту же самую идею, что речь героя непосредственно связана с его внутренним миром и, формируя героя, формирует и действие. Равно как и само изложение в графическом романте как лента, оно, конечно, наследует изначальной форме свитка и как записи последовательных событий. И если говорить о более глубоком сродстве, то нужно обратиться к тому, что называется искусством памяти. Искусство памяти, которое было исследовано в специальной книге Фрэнсис Йейтс, возникало в античности как определенный способ работы воображения с материалом как раз связанного изложения. И появилось, когда возникла необходимость в заучивании больших текстов, которые не поддерживаются ни готовой ритмической структурой, ни готовыми формулами жреческого или иного сакрального вида, как в древнейшей поэзии, где всегда можно было сказать, что стих представляет собой жреческую речь с каноническими формулами и с тем ритмом, который заставляет не забыть, что раньше сказано. Речь же судебная, образцы риторики, хотя и ритмична сама по себе и включает в себе яркую образность, тем не менее последовательность аргументов запомнить в ней довольно трудно, так как каждый аргумент сам по себе ярок, и каждый аргумент создает собственную, как бы, область воображения, собственный диктат воображения, и поэтому в каком порядке они могут следовать, не всегда ясно с точки зрения исполнителя, создающего вот эти фантомы воображения. Допустим, во время судебной защиты, когда нужно представить ярко несколько вымышленных или реконструированных ситуаций. Но с точки зрения автора, как и с точки зрения слушателей, например, судей, последовательность аргументов и их качество как раз очень важны. Потому что есть аргументы, которые больше подкупают, есть которые меньше. Есть которые кажутся более разумными, есть которые кажутся более трогательными. Так было изобретено искусство памяти. По сути дела, главная его форма – это пространственное деление. Например, вот один из поздних способов применения искусства памяти для заучивания хронологии Римской империи в одном из учебников XIX века. Вы видите, что события и связи между событиями расположены на колоннах, на потолке и на полу. Для того, чтобы школьник, представив в уме этот храм, вспомнил, что зачем следует. По сути дела, это то, что сейчас называется таймлайн, то есть последовательное изложение событий одно за другим. Но особенность, что события разного качества, то есть события официальной истории, расширение Римской империи, ее правители или ее войны, расположены по разным сторонам этого храма. Так же, как сейчас в таймлайн, существует большая проблема синхронизации событий, например, политической, военной и культурной истории. Здесь она решена просто за счет того, что у человека уже существует привычка к трехмерному представлению пространства. Но именно так учили и античных риторов. Он должен был, умея смотреть на аудиторию, на зал, связывать
все с теми или иными местами какие-то идеи и благодаря этому произносить речь. Поэтому ему было достаточно запомнить, как он должен взглядом обводить стадион, чтобы вспомнить все темы, по которым он выступает. Достаточно было вспомнить траекторию. Это очень напоминает нашу технику узелков на память. Но если узелки расположены, опять же, линейно на веревке или платке, то здесь подразумевается более полное и яркое пространственное воображение, которое вдохновляет Риттера в том числе на яркие картины. Такой стадион, конечно, лучшая тренировка для Риттера. Отрепетировав на стадионе свое выступление, обводя его взглядом, он потом, перед тем же стадионом, но уже заполненным публикой, мог повторить свою речь с минимальными упущениями. Но были и более простые модели. Вот, например, немецкая гравюра 1482 года, то есть созданная и на самой заре книгопечатания. Все, что выходило до 1500 года в истории книгоизданий, называется инкунабула, то есть буквально колыбельные, книги, лежащие в колыбели. И вот это типичная инкунабула, то есть первопечатная книга. И здесь мы видим искусство памяти. То есть в каждом из животных ассоциируется, как в басне, какой-то образ, притча какая-то, какой-то рассказ. Вычеркиваются или обводятся те животные, которые нужны в защитительной речи. И в результате связь идей ассоциируется с теми животными, которые оставлены. Например, что олень означает чуткость, а еж – хитрость. И, например, в защите кого-то нужно сказать о том, что этот человек очень чуткий и при этом очень хитрый, и значит, он не мог, например, совершить такого грубого преступления. Поэтому, так как в апологии, например, в защитительном слове, нужно указать сразу на много качеств подзащитного, которые вызовут симпатию к нему судей, то желательно, чтобы было побольше животных, чтобы была между ними связь, и в результате тогда будет построен симпатичный образ подзащитного. Напомню, что принципом риторики являлось вовсе не просто поиск или отбор каких-то аргументов, а вполне определенная работа с воображением, позволявшая с помощью готовых аргументов или сравнений полностью защитить или полностью обвинить человека. Например, те же самые аргументы, что человек чуткий и хитрый, можно было обернуть и против него, обвинив его во всем, что он всегда ищет только свои выгоды. Но так как риторика чаще использовалась для защиты, чем для обвинения, то оптимистические выводы были чаще пессимистических. Это и есть принцип риторики, что из одних и тех же фактов и одних и тех же предпосылок могут быть выстроены прямо противоположные выводы. Но то, как они будут выстроены, зависит от композиционного решения, во-первых, полноты изложения, во-вторых, и изначального отношения к происходящему, в-третьих. И третье главное. Если человек говорит, что он будет хвалить, то поневоле все воспримут его аргументы как похвальные, независимо от того, что объективно из них можно сделать прямо противоположные выводы. Искусство памяти существовало и в более простых вещах. Например, на заре протестантизма
формируется такой тип народных шпаргалок. Это изображение ближе всего подходит к таким шуткам, которые сейчас есть в интернете. Это, скажем, литературное произведение или фильм загадывается в виде эмоджи или в каком-то еще виде. Дается строчка из эмоджи, и нужно догадаться, о чем именно идет речь. Например, там человек там с... в там военной форме эмоджи, там смайлик, и рядом там Пацифик. Это война и мир, там, и так далее. Вот точно так же построена эта картинка, которая называется «Евангелие от Матфея». Что, как мы видим, здесь вкратце записаны все основные запоминающиеся эпизоды Евангелия от Матфея. Искушение, например, Христа в пустыне. Мы видим дьявола, который предлагает камни превратить в хлеб. Искушение то же самое на верши. Значит, кроме искушений еще и страдания. Значит, ангел утешающий... так сказать, ангел-утешитель, хлебы, птицы, то есть взгляните на птиц небесных, открытая книга, то есть Нагорная проповедь, поскольку Нагорная проповедь приводится именно в Евангелии от Матфея, венцы, о которых спорили ученики. То есть это такая шпаргалка, которая позволяет вспомнить все основные эпизоды Евангелия от Матфея. Как видите, само Евангелие представлено в виде ангельской фигуры, и таким образом созерцание ангела, созерцание откровения, как непосредственно не спущенного с небес, ассоциируется с тем, что ты вспоминаешь все содержание Евангелия. Восемь свечей — это, понятно, восемь заповедей блаженств и так далее, которые как раз названы в Нагорной проповеди. Так что такая шпаргалка, она вполне существовала. И, примерно в некотором смысле иконология Чезаре Риппы, которую все прекрасно вы знаете, она во многом тоже основана на том, что сразу несколько элементов мы видим. И, значит... понимаем их смысл. Например, девиз «Sic flora decoro decos» значит «так вместе с благопристойностью» или там «надлежащим поведением процветает надлежащее поведение», то есть правильное поведение дает пример. Мы видим шкуру Геракла, мы видим колос, мы видим, соответственно, куб, которые ассоциируются тоже с правильностью жизни. Потом некоторые из мыслителей барокко шли дальше. И, например, Атанасиус Кирхер, один из основателей фактически современной медиасреды, создатель волшебного фонаря, считал, что древнеегипетская архитектура построено как искусство памяти вообще. Вот его реконструкция внутреннего двора египетского храма. И он рассматривает это не просто как священное пространство, а как ряд учебников. Каждая из обелисков или фигур были посвящены какой-то науке. Например, почитание быка Аписа было и изучением сельского хозяйства, и рядом со Стеллой, по его мнению, был краткий учебник по сельскому хозяйству. Афанасий Кирхер предположил, что древнейшие учебники представляли собой как раз каменные надписи из Стеллы, из-за чего они не могли пропасть, и каждое новое поколение могло прийти к ним и взять уроки. Понятно, что в таких учебниках знания записаны не с помощью развернутого изложения, а с помощью иероглифов.
которые Афанасий Кирхер еще не умел правильно расшифровывать, и считал, что это краткие научные формулы. Например, когда рядом изображены, скажем, солнце и бык, он не понимал действительного значения этих обозначений богов или же обозначений слогов в слоговом письме, но считал, что это указание на то, при каких погодных условиях надо проводить посев. То есть стелы, обелиски, казались Афанасию Кирхеру чем-то средним между нынешними справочниками формул, вроде тех, которые используются сейчас в школе на физике или химии, краткая шпаргалка со всеми формулами или таблица умножения, и таким вот научным прибором. Согласно Кирхеру, до появления научных приборов, таких как, скажем, приборы для измерения широты, температуры и других, в качестве таких приборов выступали сами надписи. Допустим, сообщая о том, какой бывает погода и каким бывает климат, они позволяли хотя бы приблизительно угадывать, как именно нужно вести, как устраивать хозяйство при таком-то климате. Вот, по сути дела, Кирхер был одним из первых, кто стал превращать искусство памяти в продуктивную модель, причем модель для развития наук. Вот, скажем, его, значит, трактат о магните. Как видите, как и во всех книгах Кирхера, напоминаю, годы его жизни 1608-1680, магнит понимается как ключ к значительной части явлений. Причем как физических явлений, которые мы действительно знаем как магнетизм. То есть магнетизм Земли, магнетизм металла или, как видите, извержение вулкана, то есть магнитной лавы или компас, которые мы в современной науке действительно отождествляем с магнетизмом. Но и целый ряд явлений, которые мы к магнетизму не отнесем, или отнесем только в очень метафорическом плане. Например, музыкальные инструменты, которые привлекают душу, как бы ее намагничивают звуками, согласно Афанасию Кирхеру. Математическая таблица, в которой тоже как бы все друг с другом связано и все находится в каком-то влечении. Магические треугольники и, в конце концов, строение Земли и космоса как ситуация такой всеобщего магнитного притяжения. С нашей точки зрения, всегда можно сказать, что Афанасий Кирхер не очень понимал, как различаются прямое и метафорическое употребление слов. Например, притяжение в значении описания физического явления и притяжение в значении метафоры психологической симпатии или ряда опосредованных вещей. Например, мое притяжение к музыке, моя тяга к музыке явно отличается от тяги железа к магниту. Но для науки 17 века такое неразвлечение было, как говорят программисты, не баг, а фича. То есть не ошибкой, а методическим принципом. Точно так же, как, например, химия использовалась в качестве источника метафор. Вспомним принцип избирательного сродства вплоть до соответствующего произведения Гёте, или в английском до сих пор chemistry означает любовное влечение, среди прочего, а не только химию как таковую. Конечно, можно было уже постфактум объяснять эти метафоры, естественно, научно. Например, указывать, что любовное влечение связано с химическими процессами, с гормонами или с какими-то еще явлениями. Но изначально здесь господствовало не вторичное объяснение с помощью гормонов, кислот и так далее, а простой параллелизм наблюдаемых явлений.
И тем самым важнее гораздо было искусство памяти, то есть способность ассоциативно запоминать разные явления и подводить их под один принцип, который потом силами воображения развертывается под в разные науки. Чем утверждать, что на самом деле мы имеем дело с разными областями, которые сводятся друг к другу только через ряд довольно сложных опосредований. И, как видите, у Афанасия Кирхера здесь все связано цепями. Цепь, то есть железная, вполне магнитная, оказывается не только одним из явлений, которые рассматриваются в рамках данной книги, но и методическим принципом, который позволяет связать различные явления. Вот интересно, что этот принцип связывания разных явлений с целью их запомнить, он сохраняется и позднее. Вот в качестве примера, это детская книжка 80-х годов, оформленная Ильей Кабаковым, который, как вы знаете, в Советском Союзе выступал официально исключительно как детский художник, как и многие другие, как и Виктор Пивоваров, и фактически весь цвет нонконформистского позднесоветского искусства. Как видите, здесь фактически рассказывается в книге о биологических часах, то есть способности живых организмов, начиная от растений и кончая человеком, реагировать по-разному на разные фазы суток. Чувствовать себя бодро или устало, или по отношению к цветку распускаться и наоборот закрываться на ночь. С точки зрения строгой науки, биологические часы – это такая же метафора, как и магнетизм в книге Афанасиуса Кирхера. Поскольку цветок, понятное дело, закрывается и открывается по другим причинам, по которым животное, например, чувствует усталость в непогоду. Хотя некоторые явления, такие как, например, просто влажность и ее действия на организм, одинаково в случае цветка, там, зверя или человека. И изменение температуры и влажности действительно вызывает сходные реакции всех клеток. Но дальше уже механизмы расходятся. И как видите, Кабаков объединяет, как видите, разные явления, такие как, допустим, полет птиц, гнездование, цветы, распускающиеся ночью, то есть тут табак, или корова, которая выходит рано на поле, в единую схему, которая, с одной стороны, указывает на то время, когда это происходит там, а с другой стороны, на то, что у всех этих явлений есть единый принцип. И что фазовый принцип, он не менее важен, чем принцип календарный как таковой. И так же, как и у Кирхера, мы видим, что разные явления, реакции в природе на смену дня и ночи оказываются расположены не по рубрикам день и ночь, а в рамках некоторого единого целого, позволяющего установить взаимосвязь между разными явлениями. Бесспорно, Кабаков, как изучавший в том числе и культуру барокко, что, о чем можно сделать вывод по его текстам, знал прекрасно об этой инфографике времени барокко, которая была, как мы выясняем, вовсе не инфографикой в нашем виде, то есть способом легче запомнить какую-то вещь, а фактически методом. Но сразу встает вопрос, а так ли уж далеко оторвалась инфографика от метода? Вот, например, пример инфографики
допустим, в немецком журнале про то, как возрос государственный долг за всего лишь, получается, 30 лет. Как видите, здесь, кроме того, что мы можем сравнить объемы госдолга на 1878-1908 год, кроме объемов есть и соотношение этих объемов с фигуркой человека, с идеей бремени, то, что мотивировано не экономической логикой, но представлением бытовым об обременительности экономики. Причем человечек, как вы видите, не изменился. Хотя с точки зрения экономической науки сам немец должен был бы окрепнуть за эти 30 лет. Но человечек остался таким же. И тем самым фактически инфографика, при том, что она претендует на доказательность, она определенным образом соотносит статистические данные с достаточно произвольным изображением самих условий функционирования статистических данных. Что сам человечек, как вы видите, не меняется, но ему становится мучительно. То есть научное наблюдение и бытовые ожидания здесь сходятся. То есть здесь мы, в отличие от текстов Афанасия Кирхера, в которых мы должны увидеть научный поиск, это перед нами уже вполне пропагандистская картинка. И известно, насколько, допустим, в пропагандистских целях используют понятие о государственном долге. Например, все критики США указывают на высокий государственный долг США. Тем не менее, во всех таких упреках как раз есть смешение научной статистики и бытового представления о системе ожиданий. Для того, чтобы разобраться в том, что же здесь именно происходит, нужно сказать о том, в свою очередь, как развивалась печатная пресса. Собственно, слово «газета», которое нам так привычно, оно возникает сначала в Венеции. Так называлась мелкая монета. Вот это ее довольно поздний вариант. Как монетка 1801 года, введенная в таком независимом государстве или полугосударстве, как Республика Семи Островов. Это была, собственно, спорная территория между Османской империей и Италией, и Францией, и Россией, ряд греческих островов, которые из-за ослабления Османской империи с одной стороны под натиском России, Венецианской республики с другой стороны под натиском Наполеона и Австро-Венгрии получили независимость. Именно потому, что империи, столкнувшиеся со множеством вызовов, не смогли контролировать. Но это я делаю просто небольшой исторический экскурс. И, как видите, эта республика, она несколько лет функционировала, такое очень странное государство, созданное в результате ослабления, а не расцвета государственной жизни. И вот они сохранили льва Святого Марка и название газета, то есть венецианская. Ну, собственно, газета первоначально представляла собой то, что называлось сообщение, то есть сводку тех или иных новостей. Иногда газеты даже изготавливались по индивидуальному принципу. И, допустим, еще во многих странах до середины 20 века существовали так называемые бюро газетных вырезок. То есть можно было в каком-то бюро заказать делать вырезки по какой-то теме. Например, тебя занимает, например, вопрос,
с агрономией, или там какие-нибудь новости, или, допустим, новости о жизни в Бразилии, и ты просишь это бюро за деньги делать альбом газетных вырезок «Все про Бразилию», и затем тебе, скажем, раз в неделю его доставлять в качестве аналитического материала. Некоторые знаменитости пользовались услугами этого бюро газетных вырезок. Теперь это называется Vanity Search, то есть поиск по интернету упоминаний о себе. Но тогда, разумеется, знаменитости интересовало, что о них пишут в газетах, потому что на основе этого они могли выстроить более успешную стратегию взаимодействия с прессой и публикой. Но также кого-то интересовали дела политические, экономические или даже спортивные. И тоже с тем расчетом, что именно пресса здесь как раз им поможет. Потом мы, учитывая, особенно, конечно, бюро газетных вырезок процветали в первой половине 20 века, когда еще поиск информации включал в себя такой особый азарт. Об этом мы еще не раз будем говорить. И, допустим, кто-то собирал вырезки с шахматными партиями, кто-то еще с чем-то, или со всеми новостями о шахматах, или футболе, или каком-то еще спорте. Сейчас это, конечно, предельно облегчается существованием поисковых машин в интернете, а тогда это фактически воспроизведение формы начальной газеты, которая в первоначальном виде представляла собой не столько сводку репортажей, сколько специально отобранную информацию для нужд, например, городской общины или данной власти, или данной корпорации. По сути дела, газеты появляются в Венецианской республике, когда корпорации открываются друг другу, когда необходимость координировать действия между корпорациями требует от них обмена не только с какими-то отдельными предложениями о сделках, но и той информацией, которой они обладают. Например, скоординировать информацию, скажем, о состоянии рынков. Та информация, которую раньше каждая корпорация собирала самостоятельно, начинает потом предоставляться и другим корпорациям. И это рассматривается не как конкуренция, а наоборот, как возможность предотвратить бедствия, которые грозят всем. Например, какие-то сведения о неурожае лучше, чтобы учли все, потому что если какая-то из корпораций венецианских начнет, не будет учитывать это в своей работе, пострадает вся Венеция, а не только отдельная корпорация. То есть газета – результат на самом деле такой коалиции венецианских торговых корпораций, которые понимали, что банкротство одной из них из-за неправильных действий может обрушить всю венецианскую экономику. И, по сути дела, это очень напоминает нынешнюю работу экспертов. И газета далеко не сразу становится таким вот публичной вещью, которую читают все. Чтение газет всеми появляется позднее. Это уже достижение, скорее, второй половины 18 века. Вот газета того времени выглядела примерно так. И подразумевалось, что паблик, публика, является и адресатом газеты. И в тогдашней газете печатались, прежде всего, коммерческие объявления, сообщения о том, кто приехал, кто уехал. То есть, фактически, она выстраивала общество как таковое, говоря, кто относится к обществу и что могут и должны делать те, кто в этом обществе участвует. Интересно, что как раз с развитием прессы связано некоторые различия между политической жизнью, например, Англии и Франции. Дело в том, что в Англии исторически типографская печать стоила довольно дорого, в отличие от Франции. Поэтому газеты выживали по преимуществу за счет объявлений. Объявлений коммерческого толка,
как видите, они занимали значительную часть любой газеты, в том числе и политической. Тогда как во французских газетах, как и в большинстве стран Европы, коммерческая реклама не только не поощрялась, но иногда даже прямо была запрещена правилами издания. Так как считалось, что они служат целям публики, а не рынка. В результате политика во Франции формировалась как заведомо отделенная от нужд рынка, как с ним не связанная, а борьба партий шла вокруг других амбиций. Вокруг революции, вокруг походов типа наполеоновских и так далее. Так как в Англии политика оказывается гораздо более умеренной и завязанной на коммерческий интерес, именно благодаря специфике газеты. Соответственно, как и видите, допустим, когда в России стали копировать тип газеты с большим, как видите, запозданием, то есть вот «Северная пчела» 1830 года, как видите, здесь фактически общество создавалось за счет общеразделяемых сведений, новые книги, внутренние известия и так далее. То есть газета понималась как некоторый медиум, сообщающий о, собственно, что обществу, чем оно является. Что ты, общество, это то, кто знает, что происходит в политике. Ты, общество, это те, кто читают книги и так далее. То есть задача газеты поневоле становилась не обеспечение политики или экономики, а создание некоторого нормативного общественного самосознания, позволяющего обществу сказать, а собственно, что оно есть. Вот эта предыстория газет позволяет нам объяснить, почему именно в газетах инфографика становится пропагандистской. Потому что газеты исходят из двух как бы непримиримых предпосылок. Первое – то, что развитие экономики и политики может быть неожиданным, и в том числе может начаться какая-то эскалация, скажем, резкий экономический кризис. А с другой стороны, из того, что общество, которое читает эту газету, газетная публика, она неизменна. И вот, по сути дела, та инфографика, где тот же человечек не меняется за 30 лет и берет долг, она подтверждает как раз именно эту вещь. Сейчас обратимся к, так как наш курс называется «Теория истории медиа», а уже к внешней истории печатного слова, а именно к тому, как именно возникает, собственно, типографское искусство и что оно из себя представляет с точки зрения медийных его возможностей. Собственно, сам принцип набора, созданный около 1444 года, легко запомнить дату, единицы и три четверки, созданные Иоганном Гутенбергом. Хотя точная, кстати, дата первого запуска первой типографии не очень понятна. Значит, сам по себе принцип набора, он был достаточно, вроде бы, с одной стороны предсказуем, с другой непредсказуем. Дело все в том, что сама по себе идея строчного набора, она следовала из того, как, в общем-то, была устроена рукопись. Что для того, что в отличие от античного свитка, который, судя по всему, писался по линейке, пергаментная рукопись сначала линовалась с помощью острого штыря, и затем уже писали по этим линейкам. То есть подготовка пергамента, в том числе и его линование, входила в сам принцип подготовки рукописей.
Линование делалось с тем, чтобы да, при, скажем, производстве нескольких кодексов их не отступить от объема. Так как свиток можно подклеивать, а кодекс обычно рассчитан на ограниченное количество страниц, особенно при дороговизне пергамента, то нельзя было допустить слишком размашистого письма. Поэтому все линовалось, хотя, по видимости, допустим, линование возникло еще раньше, в этом случае папирусы, по видимости, тоже линовались каким-то образом. И сам принцип линования в качестве главного, он, по видимости, побудил и к самой идее расставлять буквы на линиях, на такой вот буквенной решетке. Вопрос был только в том, насколько это может ускорить процесс печати. Напомню, что само у нас часто неправильное представление существует о том, что только изобретение печатного книгоиздания привело к появлению тиражей. На самом деле и античные, и средневековые книги тиражировались, при том, что они были рукописными. Сами по себе способы тиражирования были различными. В античности это было тиражирование под диктовку. То есть, чтобы получить тираж 50 экземпляров, бралось 50 рабов, умеющих читать и писать, и, в этом случае, читать со слухом, и один раб, который диктует вслух. И изготовление книги строилось по принципу диктанта. Один человек диктует, рабы сидят за партами, если 50 рабов сидит, получается тираж 50 экземпляров. И эта практика сохранилась в нынешнем грамматическом диктанте, который построен по тому же самому принципу. Но в средние века уже не принцип диктанта, а принцип школьного оборота книг становится главным. Так это связано не столько, как объясняют чаще всего, с тем, что в средние века количество читателей или заинтересованных в книгах людей сократилось. На самом деле это связано с другим, что книга стала пониматься как вещь длительного хранения, постоянно поддерживаемая институтом комментирования. Например, Евангелие, которое служит несколько веков, но которая всякий раз комментируется священником в проповедях. Или учебная книга, вроде Аристотеля, которая тоже есть в одном экземпляре в университете, но так как она постоянно комментируется, то она, в общем-то, в большом тиражировании не нуждается. То есть значительная часть литературы просто перестала нуждаться в тиражировании, так как их функционирование поддерживалось не коммерчески, как в античности, за счет продажи экземпляров, а институционально, за счет того, что само чтение книги было встроено в какую-то практику монастырской школы, университета, двора или чего-либо еще. Но были случаи, когда книгу все равно надо было тиражировать. Например, это книгу, написанную в полемических целях, скажем, философский трактат, который предназначался сразу для нескольких адресатов. Либо же книга, которая становилась нормой школьного обучения. И при открытии новых школ нужно было обеспечивать тираж этих книг. Заметим, что есть очень распространенный миф тоже о безграмотных средневековых переписчиках. На самом деле это далеко не так, потому что, как правило, копия какой-либо ценной книги переписывалась самим руководителем школы. То есть ректор, скажем, средневекового университета переписывал экземпляр Аристотеля. Ясно, что ректор университета будет переписывать все достаточно добросовестно и вполне грамотно. И если и будет допускать ошибки, то скорее по невнимательности
или же недостаточности интеллектуальной традиции в данном университете, но не в силу того, что он недостаточно знает Аристотеля. Для средних веков он знает его достаточно. Само это представление о том, что переписывались книги какими-то полуграмотными монахами, оно связано скорее с той стратегией дискредитации средневековой учености, университетской учености, которую создала эпоха Возрождения, которая представляла собой именно выступление маргиналов и нонконформистов против некоего мейнстрима. И далеко не объясняет нам особенности функционирования средневековых институтов. И поэтому тиражирование в некоторых случаях было. В некоторых случаях это делали ученики, студенты. То есть в рамках, допустим, их подготовки в университете они должны были переписать какие-то книги, чтобы они потом им помогали в учебе. Какой-нибудь официальный комментарий на Аристотеля или какую-нибудь богословскую книгу, которая принята для обучения. То есть, переписав себе учебник, они потом могли, например, ехать в свои города и там открывать школы и учить по тем книжкам, которые они переписали. То есть тиражирование было, но оно было полностью встроено в институциональный порядок средневекового знания. Тогда как типография подразумевает прежде всего то, что тиражирование возможно, может быть для свободного рынка, что тиражирование может быть для использования книг не только внутри институции, какое-то статичное перемещение, то есть книги могут перевозиться, и что книги могут тем самым читаться неограниченной публикой. При этом именно перевозимость книги была важнее, потому что в рукописном виде, допустим, кто-то учится в Париже. Парижский профессор объясняет какую-то книгу, ученик переписывает, потом едет там в какой-нибудь свой город, допустим, в свой германский какой-нибудь город, какой-нибудь Мюнстер, привозит туда экземпляр книги, и она лежит потом два века или несколько веков в Мюнстере, служа уже мюнстерским школьникам. То есть фактически книга оказывается музейным предметом, недвижимостью такой. Тогда как типография, революционность типографии не в том, что книги стали шире читаться, а в том, что они стали, в принципе, движимым имуществом как таковым. Что они не стали, как раньше, быть прикованы цепями в библиотеках. По сути дела, конечно, изобретение типографии – это такая же революция, как и создание электронных гаджетов. Здесь нужно заметить, что важно при этом, что создание многих принципов оформления книги связано с их новым таким вот путевым функционированием. Вот, например, вы видите, что эта гравюра с изображением работы ранней типографии, гравюра 1580 года, ну, хотя это почти уже через полтора века после изобретения книгопечатания, как видите, здесь есть подпись, данная курсивом. Собственно, вот этот вот шрифт прямой, его принято называть антиквой. То есть он скопирован, потому что был с надписи на триумфальных арках. И его копировали, и его изобретение приписывают гуманисту Поджио Брачолини, который стал его использовать, разумеется, в рукописях. А курсив — это шрифт, который связывают с именем еще более раннего гуманиста, то есть Петрарки, и связывают его изобретение с чтением книг в дороге, то есть на лошади или в повозке. Причем действительно люди на лошади прямо ехали и читали книгу. Сейчас это довольно трудно представить такую ловкость, но так вполне было. Более того, настоящим писательским искусством считалось умение писать, едучи на лошади. То есть, как сейчас кто-нибудь писал за рулем бы
писал бы какой-нибудь развернутый текст. И, ну, впрочем, в Европе не было халтыкинских лошадей, лошади были поменьше, и, по, так сказать, более спокойные, но все равно писать в седле — это определенное было тоже искусство. И вот Петрарка изобрел, как считается, курсив, который во всех языках называется италикой, италийским, итальянским шрифтом, как считается, для целей того, чтобы книжку можно было читать в дороге. Чтобы, например, идти по дороге и читаешь книжку. Если набрано прямым шрифтом, то взгляд прыгает, быстро замыливается из-за одинаковых квадратов. И тогда как на курсиве, поскольку у курсива много выпирающих элементов, например, как видите, S, L, H и так далее, L, они выпирают за строчку, в результате глаз меньше замыливается и прочитывает больше курсивного текста. Поэтому курсивом набирались, например, венецианские издания Альдо Мануцци, которые были рассчитаны именно на дорожное чтение, то есть первые покетбуки 16 века, которые именно рассчитаны были на то, что в Венецию, как в центр торговли, приезжало много народу, возил оттуда книжки и читал их в дороге, как сейчас все покупают в аэропорту и читают в самолете. Вот. Так что происхождение курсива связано не с требованиями красоты, а исключительно утилитарными требованиями удобства чтения. Надо заметить, что антиква, то есть шрифт, скопированный с триумфальных арок, это не вполне соответствует античной традиции. В случае у Петрония в романе «Сатирикон» есть насмешка над богачом Тримальхионом, который написал табличку «Каве Канум», то есть «Осторожно, злая собака», с помощью литерой квадраты, то есть квадратных букв в триумфальной арке. То есть подразумевалось, что этот шрифт слишком монументален, чтобы, допустим, делать им бытовые объявления, тогда, которые лучше написать, как пишут обычно от руки. И, значит, тогда как антиква в эпоху Ренессанса становится нормативным шрифтом, на основе которого созданы и все нам знакомые шрифты, вроде Times, New Roman, который создан в 1930 году, газеты Times, то есть получается где-то почти 90 лет назад, и другие. Значит, шрифты, скажу вам для общего развития, имеют свои названия. Значит, в чем, значит, как измеряются шрифты? Они измеряются в пунктах. Собственно, то, что называется point или пункт. То есть это размер точки стандартный. Вот изначально, значит, пункт, он меньше миллиметра, и он обычно отсчитывается от дюйма. То есть точки на всегда считаются на дюйм в типографике. Это до сих пор спецификации принтеров, например, там 300 точек на дюйм разрешения, 600 точек на дюйм. То это связано с традициями типографики, измерять в дюймах и, соответственно, брать в качестве основной меры пункт, то есть определенную долю дюйма. Это создает определенные трудности, например, при верстке книг, когда, так как при верстке, так как на мониторе счет точек не по дюймам, а по сантиметрам. Вот. И иногда бывает множество из-за этого некоторых сбоев, где нужно работать с мелкими шрифтами. Хотя разработчики мониторов тоже пытаются следовать дюймовой мере. Скажем, диагональ телевизора в дюймах измеряется. Это все на самом деле связано с типографскими традициями, а не столько даже с господством британской системы над другими. Вот, и, значит, так,
Единственное, где и, собственно, дюймовая система используется в типографике и в расчете листа, единственное, где победила метрическая система, это в размерах бумаги типа А, то есть А3, А4. Значит, А0 это 1 квадратный метр. Соответственно, А4 получается это в четверо сложенный квадратный метр. 4 раза сложенный квадратный метр бумаги. Форма такая, потому что, чтобы было минимум искажений при сложении. То есть за основу взят не квадрат, а золотое сечение. Чтобы при сложении пополам был примерно такой же пропорция высоты и длины, как и при до этого сложения. То есть вот бумаги типа А, она, вот то, что называемое А3, А4, А5, она построена по метрической системе мер, введенной французской революцией. И именно поэтому, например, она это не стандарт США. И только отчасти стандарт Британии, где сохранился дюймовый принцип, и где так называемый тип Б. То есть B3, B4 и так далее, который считается уже от дюйма, а не от квадратного метра. Значит, и как видите, как видите, за основу берется самый большой, это 48 пунктов. Больше не используется в книгах, разве что используется на плакатах и так далее, где можно хоть тысячный сделать. И 48-й, он делится, соответственно, если его поделить на 4 части, получается Цицеро. Им набираются для сочинения Цицерона, одно из первых изданий, а то есть представляющее собой четверть канона. Если поделим на 3, то, соответственно, получается терция, то есть 16-й кегль. А, соответственно, средний между Цицеро и терцией – это 14-й кегль, миттель, и он считается в результате нормативным для документов. То есть почему принято набирать, например, ВКР 14-м кеглем? Именно из-за традиции, восходящей чуть ли не ко временам Гутенберга. А вовсе не, опять же, из каких-то прагматических соображений. То есть это 14-й, это средний между миттелем, между терцией и цицером, то есть миттелем. Вот, поэтому он считается нормативным для документов. Соответственно, условно потом под шрифт Библии Гутенберга был обозначен как 20-й. Хотя это на самом деле не совсем точно. Ну и как видите, все остальное строится, опять же, от большого канона в сочетании с разного рода вещами. Значит, традиционное еще название, 10-й, называется корпус. То есть, собственно, тело буквально, то есть набор основного текста. 9-й боргес, то есть гражданский, так как им набирались обычно тексты законов. Значит, птит маленький, то есть 8-й и так далее. Вот. Обычно в практической типографике используется в качестве самого маленького 6-й, так называемый non-pareil, то есть буквально не вполне видимый. Вот. Использование более мелких возможно для технических обоснований. И интересно, что еще, насколько я помню, именно терцией, а не миттелем, были набраны тезисы Лютера, которые он прикрепил на двери Виттенбергского собора. Хотя, опять же, трудно сказать сейчас, это терция или текст, так как еще стандартов этих не было. И для дискуссии. И здесь это было большой сенсацией. Вот в прошлом году праздновали 500-летие тезисов Лютера. И это было большой сенсацией. Почему? Потому что до этого это было обычно. То есть, действительно, богословы, когда хотели начать богословскую дискуссию, должны были вывесить тезисы на дверях собора.
То есть это было вполне институционализированное. Не институционализировало, было только медийное сопровождение. Что до этого богословы писали от руки эти тезисы. Лютер был первый, кто их напечатал в типографии. То есть тем самым он создал впечатление некой утечки, институциональной утечки, такого слива как информационного, и тем самым превратил свой богословский диспут в определенную сенсацию. Если бы он написал от руки эти тезисы, как это делали прежние богословы, то вполне возможно никакой реформации бы и не было, потому что его бы восприняли как одного из многих богословов, любящих поспорить, а вовсе не как деятеля реформации. Точно так же определенные попытки создания таких новых медийных технологий были и при других религиозных воображениях. Например, на закате Византии споры вокруг мистики света, вокруг эстихазма, они тоже привели к увеличению тиражирования от руки книг. В частности, богословы привлекали своих учеников для того, чтобы тиражировать и рассылать желающим свои трактаты. И поэтому эти рукописи сохранялись, и документации всех этих богословских диспутов до нас дошли достаточно хорошо. Хотя именно они были рассчитаны на то, чтобы быстро сделать и несколько копий, чтобы в случае, если богословский спор вспыхнет с новой силой, можно и у властей, и у церковных руководства были копии этих произведений, и они могли бы вынести свои суждения. До этого тиражирование Византии тоже существовало, когда соборно разбирались какие-то вопросы, а именно, поскольку на соборе нужно было, допустим, если слушалось дело по обвинению кого-то в ереси, нужно было ознакомить сочинение. Но так как скопировать все обсуждаемые сочинения, чтобы выяснить, правоверные они или еретичные, было технически очень трудно, то делались выписки, и фактически члены собора знакомились с такой вот антологией цитат. То есть тиражирование, как видите, было важно там, где и богословие развивалось не в рамках институтов, например, университетского диспута, как на Западе, а как результат такого вот дискуссии, идущей между институтами, в которой государственные чиновники и церковные принимают равное участие. И поэтому вот реформация Лютера – это реформация во многом типографская. И это еще раз подтверждает главную мысль нашего курса, что медиа имеют не только смысл передачи какой-либо информации или удобной передачи, но они имеют и смысл производства самих надинституциональных норм. То есть они разрушают старые институты передачи информации и вводят совершенно новые нормы функционирования знания. Таких примеров было достаточно много. И как появление новых институтов, в том числе и новых способов типографского представления знания, меняет саму цивилизацию. Например, в 18 веке такой яркий пример – это крупнейший проект французского просвещения, то есть энциклопедия. Энциклопедия, которая стоила очень дорого, ее, тем не менее, все покупали. То есть это уникальный случай бестселлера, но который стоит столько же, сколько дом. Но ее все покупали. Почему? Потому что это фактически был университет нового типа. Университет, не подчиняющийся корпоративным интересам и собственным традициям, но способный самостоятельно производить знания, соответствующие нормам современности. То есть это как сейчас люди платят за какой-нибудь бизнес-тренинг огромные деньги. Именно, хотя то, что говорит бизнес-тренер, обычно достаточно банально, тем не менее люди платят большие деньги не для того, чтобы узнать какую-то информацию, а для того, чтобы быть современным. То есть платят за медийность.
Точно так же и за энциклопедию Дидро де Ламбера платили огромные деньги за ее приобретение. И тем не менее она оказалась успешной и более того создала новую норму научного знания. То есть знание, которое может быть изобретено прямо здесь и сейчас, которое не держится в плену университетских стен, а которое вырабатывается там, где появляется соответствующая книга. Именно такую норму, допустим, книгопечатания имел в виду, скажем, Виктор Гюго, который в своем бестселлере «Собор Парижской Богоматери» 1831 год. Значит, как вы помните, там есть целая глава про то, как первопечатная книга приведет к кризису старого средневекового искусства. И Гюго дает объяснение, что собор представлял собой как раз то самое искусство памяти, то есть его пространственная трехмерная структура создавала те ассоциативные ряды, которые передавали любое богословское знание. Тогда как книга позволяет каждому самостоятельно пересобирать эти знания, а значит обходиться без искусства памяти. Всякое знание оказывается у тебя под рукой. Здесь Гюго, конечно, напоминает и Атанасиуса Кирхера с его интерпретацией Египта как архитектурного учебника. И важно, что он тоже начинает с того, что в Египте, в Вавилоне монументальные сооружения представляли собой научные лаборатории, были одновременно обсерваториями, там, библиотеками, там, лабораториями и так далее, будучи при этом храмовыми сооружениями, что именно тем же самым был средневековый храм, тогда как изобретение книги позволило отказаться от былого искусства памяти. Но здесь интересно, что, сходясь, например, с Кирхером, которого Гюго вряд ли читал, но, по видимости, освоил из вторичных источников. Здесь еще важно, что его рассуждение имеет целый ряд параллелей у его современников. Например, у Гоголя есть интересная очень статья о том, какой должна быть современная архитектура, где он говорит, что современность, она не позволяет следовать какому-то одному стилю, и поэтому нужно застраивать города зданиями самых разных стилей. В египетском стиле, в античном стиле, в средневековом и так далее. То есть Гоголь выдвинул одну из первых в истории программы эклектики в качестве главного принципа современной архитектуры. Это уже говорит о том, что здесь мы видим обратное влияние книжного воображения, то есть некоторых функций воображения, связанных с книгой, и, на уже архитектурное воображение. То есть Гоголь видит не в книгах некоторое продолжение архитектуры, а наоборот, в архитектуре продолжение книг. Что то, что мы вычитываем из книг, будет в архитектуре. И точно так же, как на полке могут стоять рядом там романы, рассказы там и книги самых разных жанров и по самым разным событиям, точно так же и в архитектуре могут соединяться совсем разные стили, совсем разные представление о том, как именно должен быть устроен современный город. То есть здесь у нас еще несколько минут осталось, поэтому я вкратце вам покажу еще, что еще нужно знать про типографику, чтобы грамотно о ней говорить. Значит, нужно знать, что все шрифты делятся на две категории. Это с засечками и без засечек. Шрифты с засечками позволяют читать текст быстрее. Ну, то есть, где, как видите, любой шрифт Антиква, вот как Times New Roman здесь представленный, он представляет собой шрифт с засечками. То, что называется серифный,
или и он облегчает чтение, то есть глаз скользит как по волне, как по льду на коньках, и таким шрифтом набираются книги большого объема. Тогда как ему противоположны шрифты без ячеек, сансерифные, как, например, Arial. А они читаются медленнее, ими набираются тексты небольшие, но требующие внимательного прочтения, например, инструкции. Поэтому, например, в учебниках очень часто шрифтом с засечками набирается основной текст, а формулировки, то, что надо запомнить, или выноски, набираются шрифтом без засечек. Далее. Нужно понимать, что вот этот вот размер кегль, это не размер буквы, как обычно думают, что 12 пунктов, это значит буква высотой в 12 пунктов. А это высота между одной строчкой и другой. То есть, допустим, если 12 кегль, то 12 пунктов – это вот такая вот высота. Это высота между двумя строчками, между двумя линейками, а не высота буквы, как почему-то очень многие думают. Ну, межстрочный интервал – это интерлиньяж, который вводится дополнительно, как так называемый просвет. А вот высота, то есть, допустим, если полуторная, это подразумевает, что если 12 там, кеглем вы набираете и вводите полуторную, это подразумевает, что просвет появляется в 6 пунктов. Просто это ставится просвет. Значит, подгонка букв друг к другу называется кернингом, потому что в зависимости от формы буквы необходимо разное расстояние между буквами. Ясно, что, например, между двумя палками должен быть другой интервал, чем между двумя кругами. Или вот, допустим, здесь, как видите, Т и О почти налезают друг на друга. Но только так это хорошо. Сейчас современные компьютерные системы сами ставят кернинг. А когда-то это было важно при отливке, и в некоторых случаях наборщик должен был за этим кернингом следить. Например, если буквы даются в разрядку. Ну и сейчас, допустим, в дорогих изданиях кернинг чаще всего на каждую строчку выставляется вручную. И наборщик культурного издания, он как раз это достаточно высокооплачиваемая должность. То есть тот, кто фактически расставляет все на строчках. Например, наборщик культурного издания следит, чтобы не было нескольких пробелов друг на другом, чтобы как будто страница не казалась рваной. Но это некое высшее искусство, таких наборщиков немного, это высокооплачиваемая работа, когда нужно издать какое-то очень приятное, такое сувенирное или какое-то еще издание. Дальше, значит, как видите, значит, есть ряд терминов, например, типа капля или хвост. Такие образы, просто взятые и для обозначения элементов шрифтов. Но обычно, или иногда называют это вот каплевидным элементом и так далее. Вот, собственно, высота, вот когда были еще типография была свинцовыми литерами, то были так называемые кегельные площадки. Вот 12 или 14 или 16 вот размер кегля. Это размер вот этой вот буквицы. Собственно, вот так выглядела литера. То есть 12 это высота всей этой буквы. А не высота, то есть высота вот этого бруска. А не высота самой буквы, потому что высота буквы, вы видите, гораздо меньше, чем высота бруска. Вот, то есть, если 12 был кегль, то 12 пунктов это была вот это по высоте, этот брусок. Как видите, брусок укреплялся на линейке. И существовало во времена наборного шрифта должность наборщика. И была должность метранпаша, по нашему верстальщика, то есть человек, который смотрел за тем, чтобы наборщики быстро набирали, и располагал потом набранное на страницах. Если нужно было переиздавать книгу много раз, то ясно, что держать наборные доски много раз, значит, в типографии невыгодно. Лучше рассыпать набор, набрать им другие книги, чем закупать еще комплект множества букв.
Поэтому возник так называемые стереотипы, то есть свинцовые монолитные копии наборных досок. И стереотипные издания, соответственно, нынешние, в общем, фотокопии. Вот. И так что... И как видите, здесь сразу просто видно, что такое размер шрифта и как устроен, собственно, Kernel. Это вот был такой вот высокий набор. Ну а как устроены другие варианты печати, я вам расскажу тогда уже в следующий раз.